Всем привет! В прошлом видео мы делали слепок моей руки. Сегодня мы будем доставать то, что у нас получилось, и раскрашивать это. Приступим! Да, по пальцу это самая хрупкая. Копия твоей руки. Вот, смотрите, что получилось. Надо ее вытереть. Идеально получилось. Не рука поспорить. Кирилла. Ну, все прожилочки, абсолютно все выемки, все видно. Сейчас мы будем красить моим ручком. Так, поудобнее надо, чтобы... Так, теперь будем красить. Открываем. Ух, что ж. Вот такой вот. Золотистый. Цвет старого золота называется. Да, сейчас старый? Сейчас Кирилл будет красить. Моя рука высохла. Такая у меня рука. Вот что получилось. Такая классная рука. Вообще офигенная. Мы ее оформим потом в рамочку. Да. И повесим в комнату на стену. Угу. Опупенно будет. Ну все. Всем пока! Ставь лайк и подписывайся на канал Кирилл и .TV. Goodbye!